Янина, а раз у тебя есть уже как бы федерация, вот, ты убеждаешь нашего вице-министра, и он говорит, нет проблем. Нет, ну как их можно не знать, они уже у нас сегодня чемпионы Румынии. Нет. У нас есть награждение. Как их можно? 4-6-летних. Пойми правильно, вот мне тоже объяснить. Так об этом речь, об этом речь. И у меня спорт высших достижений. Это ж массовость и так далее. Для вас это я знаю. Для вас это я знаю. 5-летнего ребенка отправить одного в Румынию? А как я могу дать? У меня, я еще раз говорю, управление спорта высших достижений. 6-летнего никто не поймет меня. В Сочи едет 7 человек на двоих сыновей. Мама, папа, два механика, водитель. Ну, механик, водитель, это вы как бы ясно, что он входит в технический состав. Согласен. Если вот это министр убеждает, вы меня не убеждаете, что моя подпись будет, нет проблем. Его подпись. Да, да, я вам готовлю и так, и так. Почему я просил по мейлу, чтобы отправили, нет проблем. Сейчас она, даже первый вы берете этот большой. Второй отпадает сразу, если он подписывает. Об этом речь. А он готов. Вот что взять. Да, не вопрос. Йомчар скузы. Спнес сет сбрут. Йо, хашна. Молодите министру. Йо, штицы с персона, каре... Спортul păi, performanță. Aha, dar eu v-am întrebat dacă dumneavoastră ați putea să ne spuneți câteva cuvinte, adică în legătură cu stadionul... Păi mai bine să spună ministru, nu? Că el cunoaște, adică la nivel de... președinție, la nivel de parlament, la nivel de guvern, se rezolvă unele probleme. Dar ministru este? Cred că da. Acum și văd. Scoate, ia acum și să vedem. Eu de-a